Если я хуёво играл, я искал причины не в каких-то, блядь, моментах, которые вокруг, знаете, а искал причины всегда в себе. Если я хуёво играю, значит, мне нужно больше тренироваться. Пока не стану играть хорошо. Вдруг у меня ёбнутый input lag. У меня же может быть жесткий input lag. Правильно? Но я настолько натренировал, что мне похуй на input lag. Такое в теории возможно. Согласны? В теории возможно все. Абсолютно все, что угодно. Поэтому чувам, которые думают, что input lag мешает им играть в CS, у вас есть два варианта. Либо вы забиваете хуй на этот ебучий input lag и тренируетесь больше, либо вы переезжаете, у вас нет возможности переехать. Зачем думать о input lag? Зачем? Это негативные эмоции, которые не дают вам двигаться дальше, правильно? Ну, по логике, блядь. То есть ты либо идешь дальше, либо просто стоишь на месте и ноешь, что у тебя input lag. Ну, как будто стоять на месте и ныть, что у тебя input lag, хуёвый вариант, нет?